Фестиваль «Гольфстрим» из-за пандемии не проводился 2 года, поэтому организаторы постарались удивить гостей культурной и спортивной программами. На пляже пройдут соревнования по волейболу, футболу, боям юкигасан, экстремальной атлетике. В акватории залива 40 спортсменов из разных уголков страны будут соревноваться за главные призы фестиваля – 150 и 30 тысяч рублей. Уверяю, что вот это соревнование и этот заплыв самый сильный по скоростному участию. И ожидаю, и сам заинтригован результатами, которые предсказать вообще невозможно. По традиции Кольский мост превратился в Мурманскую милю – трассу для массового забега. И самый интересный сюрприз для участников – шанс выиграть в лотерее полет на вертолете. 106 билетов на воздушную прогулку будут спрятаны в футболках для бегунов. Александра Пескова, Татьяна Лежняк, ТВ 21+.